Звонил телефон. Кто говорит? Сонька. Слон. Это Соня. Соня. Откуда? Сама. От верблюда. Это Соня. От верблюда. Это Соня. Что вам надо? Кусать. Шоколада. Для кого? Для моего. Для сына моего. А много ли прислать? Мама, папа и маски. 5 или 6, он у нас еще маленький. А потом позвонил крокодил. Крокодил. И со слезами просил. Спасил. Мой милый хороший. Мой пришли мне галоши. И галоши. И мне и жене и Татоша. Не, постой, не тебе ли на прошлой неделе? Постой. Я выслал 2 пары галош. Ник идет с папой за руку, да. Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. Намного съела. И ждем не дождемся, пока ты нам снова пришлешь красивых и вкусных галош. Кабушка. А потом позвонили зайчатки. Потапки. Они хотели прислать перчатки. Потапки. А потом зазвонил медведь. Бедит. И как начал реветь. Мама, бедит. Медведь. Давай про Майдадыра поговорим теперь. Медведь. Давай алло заново. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Соня. Слон. Откуда? Нет, я Соня. Соня, хорошо, Соня. Откуда? Как? Откуда? Каплеблюда. От верблюда, каплеблюда, это верблюда. Что вам надо? Кошака. Шоколада. А много ли прислать? Я 5 или 6. 5 или 6, он у нас еще маленький. А потом? А потом? А потом? А потом позвонил крокодил. Потом? Крокодил. Потом. И со слезами просил. Просил. Мой милый, хороший. Мило. Пришли мне галоши. Тебе галоши. И мне и жене и Татоше. Не стоя. Расскажи про Майдадыра, Сонечка. Ну скажи про Майдадыра. Скажи про Майдадыра. Ну давай, ну пожалуйста. Одеяло. Не готово. Скажи, одеяло убежало. Не готово. А что ты хочешь?